Якутия в числе первых получит 1200 доз новой вакцины, разработанной Центром «Вектор». Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. В первую очередь препаратом обеспечат тех, кто задействован в борьбе с COVID-19. С декабря в республике уже идет прививочная кампания. До конца февраля в республику поступит более 60,5 тысяч доз. А вот переболевшим COVID-19 прививку от коронавируса ставить не будут. Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются, прокомментировала специалист Минздрава России. Тем временем 23 декабря, по данным оперштаба, в Якутии выявили 193 новых случая заражения COVID-19. 88 заболевших в Якутске, в Мирнинском районе 15, в Ленском 7. Власти напоминают о правилах проведения новогодних мероприятий как для детей, так и для взрослых в связи с указом главы республики Саха-Якутия. Основная цель указа – снизить количество заражений и не допускать больших групповых заражений как таковых. Это возможно и в той ситуации, когда уже есть сложившиеся коллективы. Поэтому, когда мы говорим об утренниках, об мероприятиях новогодних в школах и в детских садах, то никакого смешения детей в этих группах, как в детских садах при проведении утренников, так непосредственно и школьников не должно быть.